Владимир Виницкий торопится. Доставить продукты нужно жительнице поселка «Летний отдых». Сейчас едем к Надежде Васильевне Снитковой. Ей 80 лет. Вот, живет одна, ей будет, наверное, очень приятно узнать, что они заботятся. Долгое время она проработала на Галицкой птицфабрике. Надежда Васильевна живет одна, и эта поддержка ей жизненно необходима. Держите, немножко тяжело, но... Ежедневно сотни волонтеров и общественников помогают всем, кто нуждается в помощи. И эта работа будет продолжена, пока не закончится режим самоизоляции. Я очень благодарна. Самое главное и помощи, а главное вниманию. Вниманию от вас, от всех, что я получаю вот в такой день, когда мы на самоизоляции. Спасибо вам всем, кто принял в этом участие. В первую очередь получают эту адресную помощь те люди, которым наиболее тяжело в период коронавируса. Сегодня я приобрел пакет, несколько пакетов для женщины, которая 80 лет, которая сама не может выйти на улицу, сидит на карантине. Екатерина Тулупова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».